В рамках информационно-пропагандистской акции «Студенческий десант» учащиеся 9 класса 7-го лицея Дзержинского района посетили лабораторию по исследованию запаховых следов человека экспертно-криминалистического центра Главного управления МВД России по Волгоградской области. Значит, у нас проводится два вида исследований. Это диагностическое исследование, там, где мы на объектах, присланных нам на исследование, то есть... Объекты приходят разные, это ножи, топоры, вещи, то есть, ну, все, что, как говорится, следствие и эксперт-криминалист на месте происшествия находит. Да, то есть, это прежде всего те орудия преступлений, которыми, возможно, пользовался преступник при совершении преступления. По словам сотрудников полиции, все мы оставляем свои потожировые следы на чем-либо, будь то предметы обихода, чашки, ложки или орудия преступления. В экспертно-криминалистическом центре регионального главка проводится множество различных видов экспертиз. Один из них – альфакторная экспертиза, то есть по запаху. В лаборатории школьники познакомились с обнаружением и изъятием таких следов на местах осмотра происшествий. Все делается в перчатках, все делается пинцетами. То есть первоначально объект увлажняется запахом информации. Увлажняем, помещаем банку. Вот этот самовар, в который абсорбируется сам запах. То есть я сейчас поставлю, потом занесу, покажу. То есть здесь абсолютно стерильный. Потом проходит в температурном шкафу на обработку, чтобы на них ничего вообще не осталось, никаких запахов. Самым зрелищным этапом экскурсии стали показательные выступления сотрудников кинологической службы. Полицейские рассказали студентам об условиях содержания служебных собак и важных деталях дрессировки. Вы знаете, где находится объект, который должен обозначить? Нет. И я нет. Вот собака для основного должна обозначить. То есть всегда задается номер пробы, с которой она пойдет. Опа. Нашла? Да. Сел? Да. Или лапки поднял? Сел. После беседы ребята смогли увидеть и профессиональные навыки, которыми владеет каждый из питомцев кинологов. Сотрудники кинологического центра наглядно показали гостям, как работают их четвероногие напарники. Служебная собака по кличке Мазурка блестяще исполнила все приемы послушания.